Всем привет, а с вами Снофель. Сегодня мы вернулись в в Бимку. Сегодня мы будем снимать видос. Повторить за мной. Что, погнали? Вызов не кидал человек, который кидал вызовы в прошлый раз, Арсений. Оставлю ссылочку на его канал в описании. Вы смотрите сейчас вызов, я уже выполняю, короче, ну, склей. Смотрим вызов. 1, 2, 50, 50, 5 часов и мир 50. 1, 2, 50, 50, я песок и мир 50. Так, ребят, мы посмотрели вызов. Просто 360 минут. 360, ребят, ну что это? Ну, это вообще, это там, о чем вообще? А, меня там закружило, завертело. А, ставьте лайк, ребят, обязательно. Потому что это реально обязательно надо делать. Туда меня. Правильно. Смотри, он так вот так вот и раскачался. Как он так запустил тачку? Вопрос. У него в том видосе было настолько сильная тяга, чтобы сделать 60. Что он даже колеса не поворачивал, чтобы выйти прям хорошо в поворот. То есть он тебя как-то раскачал очень сильно. Ну не получается. А, во! Ну все, ребят, я выполнил вызов. А, я говорю, это легко было, просто что-то не получалось. Вызов он доезжал до туннеля, я не понимаю, в чем смысл этого, может это, ну типа... Может надо делать, я не знаю. План, все, мы уже выполнили вызов 360. Переходим к следующему вызову, который уже на другой карте, но точно на такой же тачке. Let's go. Так, ребята, продолжаем это. Я еще микрофон надел, у меня здесь прожектор есть, новый специальный микрофон. Короче, я уже так, настоящий блогер. Второй вызов у нас тоже на цените, ребят. Смотрите вызов. Пока вы смотрите, я буду подготавливать. Все. Смотрите. Смотрите, короче. Погнали. Я попрыгунчик. Я попрыгунчик, гунчик. Я попрыгунчик. Я попрыгунчик, гунчик, гунчик. Попрыгунчик, гунчик, гунчик. Попрыгунчик, гунчик. Так, ребятузики, вы посмотрели. Вы посмотрели вызов? Вызов легкий. Конечно, не вижу прям ультра-мегового смысла в нем, типа, просто прыгнул раз, прыгнул два, ну и все. А, значит, блин, еще тормоза нет какие-то странные. Отойдем немножко назад, и давайте вот здесь вот заспавним наш трамплин. Первый трамплин, и потом через время заспавним второй. Сначала прыгнуть раз, прыгнуть два. Все, мы выполнили задание, если мы так сделаем. А у нас трамплины есть эти, только я... Вот сейчас будет внизу. Только я сомневаюсь, мне как будто кажется, то, что у него трамплин был немножко выше, чем у меня здесь. Не знаю, правда это или нет, но как будто мне так кажется. Вот. Затем мы проезжаем еще немножко, то есть мы прыгнули раз, и вот здесь где-то будет стоять второй. Если что, мы подкорректируем, потому что надо будет еще набрать скорость, чтобы сделать еще сальтушку, бочку. Ну, короче, сейчас проверим. Вот наш этот. Все. Все, погнали.
Значит, смотрите. Первым мы здесь просто подпрыгиваем, да? А второго мы должны сделать вот такую сальтушку. Хорошо, я понял. Просто да, реально, здесь не хватает места. Смотрите, если я прыгну... Давайте, хорошо, давайте на меньшую скорость. Блин, у меня живот болит. Без воров у меня живот болит. Прыгаем вот так вот. В отсечку удавляемся и... Не прыгнул. Да, как будто надо больше постоянно делать, чтобы прыжок делать. Да, не хватает еще до себя мест. Это, ребята, тактика от Симпла. Как это делать? Почему от Симпла? Ну, потому что. Надо еще чуть-чуть. Все нормально. Если еще не будет хватать, ну, подвинем, что мы. Ну, мне реально живот болит. Так, хорошо, давайте. Прыгаем раз. Идем дальше. Ну, ладно, уже мне как будто немножко лучше. Только реально не хватает. Ну, не хватает. Выворот. И он там дальше. Не, подожди, он уже бочку делал. Просто, брат, я... Во. Все. Опять же, выполнил этот вызов. Переходим к третьему. Вроде последним. Ну что, погнали? Так, ребята, у нас третий и последний вызов. Вы сейчас смотрите, я... А я дальше пытаюсь расставлять проверку, потому что там трамплин еще есть. 5 минут полет нормальный. Так, ребят, вы посмотрели вызов. Я, ребят, у меня в другой день это задание. То есть через 2 дня после того, как мне скинулся задание, я все в уме вспомнил. Так я не очень помню, какая это была тачка. Так я не вижу в этом, ну, огромную разницу, какая тачка. Надо тачка, чтобы была быстрая. И без спойлера. Чтобы была еще аэродинамика, чтобы она полетела вверх, а не вниз. Давайте попробуем взять какую-нибудь. Ну, не знаю, я просто, ребята, не помню, я не могу посмотреть, потому что... Ну, потому... Можем это взять. В чем прикол? У меня нет этого. Спойлера, можем взять просто такую спортивную Sport Edition, сколько у нее. Можем у нее двигатель заменить какую-нибудь на 4-литровый. Ой. Конфигурация, что у него по двигателю. Трехлитровый. А, максималка. Ну, давай посмотрим. А, не, нормально, хватит. Только надо будет сейчас поставить трамплин, на котором мы полетим. Вот. Я уже придумал выполнение, что если сделать это бочкой, то выжим. А, это дальше, да? Вроде он через это делал. А, нет, я понял. Он через тут. Давайте так. Для профилактики пропишем 300. А, нет. Настолько. Здесь шина хорошая. Вот он хочет, типа, прыгнуть здесь. И приземлиться на колесо, остаться на ходу.
А мы еще сможем перепрыгнуть? Блин, завернула. Ой, чпокнулись. Ну, у нее хорошо, у нее разгон, что на мне. Вот здесь. Вот сейчас ее переспавню, чтобы здесь была точка спауна. Чтобы я не ездил, если что, туда-туда. Просто я не помню, на какую там клавишу это надо делать, чтобы клавишу это сделать. Нормально. Полети, мне кажется. Да полет советской. Все, заменяли. Так, теперь надо думать насчет этого. У нас получается местоположение здесь поставлено. Где нам надо трамплин поместить так? Поместить так, чтобы я подлетел. Если хорошо, если я... А, давай, подожди, давай я подлечу. Я смогу подлететь на этом бордюрике? Ну, вот там. Ну, понятно. А вдруг подлечу? Давай тебе думаю при выполнении. Я взлечу на бортике. И прожмусь на колеса. И, ну, потом разумею, что конец. Клиру, чтобы остаться немножко хотя бы на ходу. Мне кажется, это будет при выполнении. Ну, мне кажется. Но... Понимаете, чем выше скорость, чем больше будет повреждений автомобиля во время того, как он будет запрыгивать на этот трамплин и во время того, как он будет приземляться. Вот, поэтому, ну, как бы здесь не только плюсы. Ну вот смотри, ну я почти. Потому что мне реально лень ставить трамплин. Ну смотри, если я, допустим, подлечу на колесо, что, может изменить, интересно? На колесо. Хорошо, ладно. Не будем играться. А, сейчас поставим трамплин. Давайте поставим его. Ну, условно. Ой. Если рассчитать физику, то примерно здесь надо поставить трамплин. Примерно. Примерно. Ставим трамплин. Так. Я тупой, поставил. Ну, тупой, короче. Я заменил машину на трамплин. Блин, у меня живот болит пипец, ребят, вы бы знали. Не знаю, может... Да ладно. Ну все, вот трамплинчик. Как будто, мне кажется, даже его можно немножко повышить. Ну, позже. Короче, подвинуть. Ну, сейчас будем, ребят, проверять. Вау. Ну, почти без касания. Это было, это не кажется, ну, что это? Вот где-то вот здесь будем переспавнивать тачку. И погнали выполнять вызов. 6 минут просто стою. Пытаюсь все настроить. И жалость подписчикам вам, что меня обличут. Что мне пипец будет. Может, на другой тачке пройти это попробовать? Давайте попробуем на Мерсе. Ну, может, не, может, ну, навряд ли. А теперь просто смотрите и наблюдайте. Я говорю, да, здесь реально не хватает. Я-то думаю, что... Еще? Блин, что я так далеко поставил? Это же реально пипец близко. А это как будто уже пипец... Вот еще пипец далеко. А это как будто уже пипец близко.
Ладно, давайте попробуем. Так не. Во-первых, я не понимаю, почему так живот болит, а во-вторых, почему у него так в вузове все легко получалось. Туда, правильно. Ну, у меня живот пипец болит. Мне надо кайф. Мне надо немножко отдохнуть. А если реально, я не понимаю, почему оно так. Почему оно так происходит, почему... Ну, типа, камон. Ой. Переехал. Он должен... Может, на разгон больше. Не, эта тачка может нормально ехать. А? Что у нее там была конфигурация есть? Четыре литра. Поедет? Все? Вот так вот решается вопрос. Почему она не прилетает? Но, понимаете, как будто трамплин, он супер-мега, ну, низкий. Тогда я не понимаю, почему он так не подлетает. Я реально сейчас не понимаю, почему. Можно трамплин настраивать? Ну, да, но почему? И можно настраивать величину этого? Если нет, то я не знаю, как это выполнить. Ну, просто потому, что мне не хватает. Может, не такого, кстати, хватит, реально? Давайте попробуем. А, нет, нет, нет. Давайте реально попробуем по рофлу. Вот это вот поставить. Она перекачивает? Ема. Это будет интересно, кстати. Во-первых, у нее просто выше. Если я так подлетаю, она должна... Ну, высота должна быть нормальная. Короче, должно сейчас получиться. Ладно. Хорошо, здесь другая тачка уже, на которой теперь подвеска более-менее нормальная. Ну, смотрите. Подвеска, да? Подвеска. Без шансов на выживание. Вот! Теперь надо разбираться. Я же на колесах? Ну, немножко не на ходу, хорошо. Немножко не на ходу. Немножко. Там бампер починить. Здесь, как понимаю, надо... Блин, я не восстановил. Подожди, а что у нас по режимам есть? Спорт. Давай спорт. Стабилизация. Есть разгончик? Вы слышали? Повтор.
Я коснулся колесом. Я остался на ходу. Пожалуйста. Я выполнил задание. Больше задания я не получал. Если получу, то буду выполнять дальше. Надеюсь, это просто такой ролик, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой телеграм-канал обязательно. Ну, да. Канал Арсения, на мой тикток-канал. Желаю всем удачи. Ну и всем.